Христу. Крест уже начали бить. Черепа позабивает Коля. И гламур поможет. Меня слышно? Да. Да. Где комп прибудет? Ну, что-то тупит. Прибутней. Как раз есть время по фастику тебе это сделать. Один хант остался. Было нахуя хантов. Пизду надо. Там мне писал один хант, значит, надо добирать его. Я его не хотел добирать, потому что было до хера хантов. Ну, у нас половина как бы не очень много. Ну, сейчас Леха будет. Надевайся. Вики. Сейчас Леха викингов будет. На, нахуй ты сделался, блядь. Типа заряженных паладинов, я имею в виду. Ну, зарядится, зарядится. Вадим, Майлик, ты. Ваня уже, в принципе, более-менее. Ну, до целка ХМ, там далеко. Я так думаю, что. Да, блять, потому что персонажи меняют, как перчатки, на такую ему. Вот пока вот, кстати, здесь все есть, кто взял печеньку, персонажа уже не менять. Хотите, ливайте с гильдии пот. Ты имеешь в виду на АПТ-4? Да. Ура! Это записано. Только влезет. Я же говорю, кто брал печеньки? Ну, я не буду менять. Забудьте про смену персонажа. Можете ливать. Если что-то не устраивает. То же самое сейчас сделаю со всякими топ-тримами. Я что-то пропустил? Что ты там сделаешь? А, лучше тебе этого не слышать. Бокал, ты персона никогда не поменяешь, понял, да? Хуяли, баня-то упала, блядь. Хотя и не хочу. Ой, ты мой мальчик, блядь, я обожаю тебя. Сейчас, блядь. Начну бубнить. Чё у меня-то? БДК пофиксят, идем, блядь, в АДК, ой, в АДК. Я буду нахуй мучиться за ДК, мне в их перс. Вот как мучаться, я мучаться, ебать, двадцатку дает, мучается он, блядь. Ну, может, мучается когда-нибудь. Когда все давали, блядь, 15 БДК в десятку выжимал горем пополам. Вот где было интересно. Всё. Вставай, наеми в раску смоним, кого фласки быстрее забрали фласки. Дадите что-нибудь? Конечно. Так, ну фласку давайте, вот я тут стою, кому надо. Да, этот сундук ебаный с сокровищами. Процесс гламур? Сейчас. Сейчас я сворую нахуй. Этот, слышишь, ты, кстати, если захочешь, слот на мишку уже освободился, так что... Решай, кем хочешь играть. Так еще нет медведя. Так это ж не медведь ливнул, это половину ливнул. Сомалийский, это и медведь, и паладин блокер, блядь. А чё он ливнул? Обиделся. Похуй. Ему проходку ну, на прошлом КД сделали, но друг, чем еще ловить? Все, он свободно в плавание пошел. Да, я же буду в медведе танчить. Крайне да, он постоянно с нами ходил, чё проходку? На сомалийской. Он недавно только проходку. Ну, потому что и МТ ему сделали на сомалийском. Вы чё, пацана-то обидели, блядь, а? Ужас. Да нормально. Он сам подумал. Обиделся, никто его не обижал, сам обиделся. Это первый. Я на него обиделся. Ну, я его друиду он... сделал проходку, но моему ДК не сделал проходку и съебался. Фу, таким будет. Короче, у нас была с ним договоренность. Когда он нужен будет на паладине, он сам согласился. Он зайдет. Он... Ну, я не знаю, что он думал. Просто ливнул сейчас. Может с этим связано, может с этим. Ой. Сегодня. Не, ну просто ну, то, что на него наехали и все. Блок. Так а кто наезжал? Я на него не наезжал, в том-то и дело. Не помню, понятно. Да там кто-то сказал, что он что-то не поймал сферу, когда вы вайпнулись на этих.
Я не знаю, справа... Я не знаю, услышал он там, ты слышишь, чмо там, зебаны, туда-сюда, блядь, такие к нам, не знаю, я даже мата столько не говорю, как, блядь, некоторые РЛы говорят. Он ну, просто так увидел, что в играх, блядь. Ему просто сказать, поставь, что он обиделся. Поставьте, шкаф. Все, давайте не будем это ждать. Хуй знает, справа залетело. Хуй там бы залетел, там 4 сферы спавнилось, 2 я поймал, которые летели в рейд, другие мимо летели. Как они могли в рейд залететь, не знаю. Я все, кого Ома танчу. Да, ты Ома танчишь. В Раску Зусмоне взяли фаски, готовность. Ну, рыба сейчас, рыба, рыба. А на собаках кто будет? На собаках все первая пати. Смотрите, да. Все, кто в первой пати, дядя Стэн. В Раска тоже будет, что будешь собак помогать на пуле. Смотрите, все, кто на собаках, мистер Бонд, Изморский, Нелеш, Шнурки должны снять треньку. А кто их аврить-то будет, я? Нет, дядя Стэн. Снимите вечное пламя треньку. Я Шнурки, в танке, да? Изморский, да. Нелеш. Все, давайте не тупить. Уфолов, джанг. Все, все готовы? Погнали. Никто пока не бьет. Смотри, там с демоном тоже аккуратно. Типа база. Олма напулили. По декурсам Марсес приоритетом вторая пати, Лаксар третья. Топ-хайп тоже поможет. Геру дайте. А я типа... Что, Марс? Короче, блядь, я не помню, где держать. Достаешь или нет частицы? Да. Все, кто может декурсить, помогайте, кроме хилов, хилы хитите. Последний раз будет декурс. Сколько там собаки, как живут? Одна почти упала. Одна только? Дядя Стэн отдаст сейф тогда. Последний падает. Все, упали. Отдавать нет сейф? Не-не-не, стоп-каст, не бейте больше Ома. Чилите, Киглера на пуле, мы пошли играть по Киглеру. Только не сорвите его, уфолога Киглера на пул. Без АУЕ, смотрите, не сорвите короля. Инер пустоцуна, Кусява, пожалуйста. Маша злее наркоски. Стоп урон по Киглеру. Если по глазу напулили, смотрите, не сорвите. Не бей. Друг, короче, у тебя есть возможность решать, кем хочешь мыть. Мишка пропал. Так что можешь и Мишкой офф-танком или мейн-танком быть вместе с Колей. Я хуй, значит, не знаю. Как захочешь. О чем мне поговорить с ним? Сам ливнул, бля, пиздец. Сам обиделся, я ему вообще ничего не сказал в том-то и дело. Сейвы отдали Юри и Сасуне. Фу, блять, извиняюсь, здесь не отдали. Стоп урон пошли по глазу. Стоп урон. О, мы опять бьем. Все то же самое делаем. Собак отвели, смотрите, не навесите на них там доток и так далее. Пока без ауешек, магических ауешек. Не отхиливали. Ну, быстрее декурс. Хорошо. Все, кто может, РГДшники декурсите.
собаки вернулись. Тут босса не выводите. Дикурсы. Маша, можешь помогать пятую пати дикурсы. Так, сколько там по собакам? Бьете хоть одну? Я дикурсы пятую пати не надо. Стоп урон по лому. Дядя Стэн, готовь. Сколько там собак? Дядя Стэн, 10. Добили. Так. В кого там? В Киглера. По Киглеру играем. Там на Крополях было. Брашка, вылети. Смотрите, напула нет, поэтому не сорвите ни в коем случае. Следите за огром по Киглеру. Киглер убивает, если что. И Крош убивает, если сорвать. Так что лучше не додамажьте. Так, не режь, подойди, Инер, по скибиди залей, изморский по Полинору, Маша в себя сейчас зальешь. И Кусяло в Сацуны. Стоп урон по Киглеру. Стоп урон по Киглеру. Типа глаза напулили. Как откатятся инеры, так же зальете. Всех так заливал. Маги, смотрите аккуратно с мощью тайной магии. Да сука. Юи, прохильте. Хорошо. Напоминаю, когда активируется Крош, не забывайте огненные бомбы выносить. 5 секунд можно еще поиграть, дальше стоп. Стоп, нули урон, пошли по глазу. Стоим, ждем следующую цель. Киглера. В идеале добить. Только смотрите, не сорвите. А, Сацуна в шипе, хильте танков. Так, из морских, как откатится Инер, вместо Полинора в скибиди зальешь. Все, стойте, чильте. Если танк, который на собаках, может забрать короля, ему и нарадать. Нормально, пытается. Слепоглазы, отлично. Просто дизарм будет кидаться в него. Должны успеть добить. Можно потом хилы пойти на Кроша ману повосстанавливать. Ой, когда первый раз бил, блядь, под 32 миллиона каждый нахуй. Все, отбежали от Кроша, отбежали. Ну, то есть активируется. Будет стоп урон вообще по всем. Олма. Собаки. Смотрите, дотки не навесьте на них. Может, босса зергли? Не, не успеем, наверное, Жень. 30% рискованно. 38. Может, и успели бы, может быть и нет. 39 секунд. Блять.
39 секунд, сколько там процентов? 22%, 32 секунды. Двадцать шесть секунд, 17%. Ну пошли, идите, зергайте, ладно, блядь, на риск. Идите, бейте чуть. Да не, есть время. 13%. Ладно, похуй. Лучше с его веса, да? Больше сносить. 8 секунд, 4%. Да, успели. О, ДК курит. Да, Крош, смотрите про живые бомбы, не забудьте. Так. Не лежь, злей Инер по Сатсуне. Сейф отдаст Сатсуне и Юи. Через 8 секунд, 7 секунд. Одна секунда, давайте сейвы. И продолжайте бить, он дальше снова активируется. Смотрите, может двойная пачка живых бомб повеситься, поэтому сразу выносите. Дальше отдаст сейф Апокал и Вакати. Давай Геру. Сейвы отдали, а пока плюс Лукати. Добивайте, потом милики короля можно бить. Если нельзя будет, я скажу. Все, идите короля бейте. А милики пока не подходите. Забери, пожалуйста, кто-нибудь потанчить, я пойду как-то делать. Юи, забери Коля. Я хотел отойти уже. Ага, давай тогда. Кто еще там? Женя, Вакати. Иди, забери, идите, милики, бейте. Я на минуту. И что, в ретрике потанчите? А, блядь, ты что, ретрик? Я забыл, что ты первый, короче, ты на минуту. Я подожду, ты придешь, ты заберешь. Давай, давай. Пока ты здесь, иди забери босса туда, если ты здесь. О, курит. А пока сливаться... Не, он этот, он сейф нажимал точно. Блядь. Сука. Давай. Иди. Иди, Андрей. Пойдешь покуришь, когда мы пойдем там пробегать. Короче, Инра, даю Сатсуну, я отошел. Давай. А я на груля, ну долго там нюх. На груля надо? Ну, ходите, надо. Да, надо. Кстати, апокалипсис вар, короче, стоит возле камеры. Там апокалипсис вроде как это. Ну, там апокалипсис. Апокалипсис. Не, и мы когда в льду ходили, там такой мем, блядь, был. Я думал, что это апокалипсис, короче, с гильдии ванул, думал, что я уже гильдию нашел новую. А собак не надо убивать? Я бы ему ливанул. Не, не надо. Мне на ДКшке поначалу очень-очень много в личку прилетало всяких высокотехнических фраз. Просто захожу на ДКшку в игру, сразу прям пачками летит маты, отборные маты про мою семью, про меня и про все окружение, про гильду в целом. Почему? Мне такого не пишут. Я понять не мог. Чё за херня? Чё так хейтят, блядь? Когда на других персах играл, ничего такого не было. А вот на хая своего захожу, блядь, пиздец происходит какой-то просто трэш.
сейфа дождя этот Сасуна и Юи, или кто там танчит, апокал. Хорошо. Милики, смотрите, если сильно прошибает. Так, не лежь, точно отбеги. Потому что ты хилишь босса. То же самое Милики, который... Ну, понятно. Да, говори, говори. Ну, короче, а, не лежь, отказывай. Залей, Инерс, кибеди, говори, говори. Но оказалось, по Толгороду бегал Рога с ником ХЛ. И все его читали как Хай, и писали по нику Хай. И он там просто всех хуярил налево-направо. Чифтануть нельзя посмотреть, что это не Рог, блядь. Сколько там агра у меня процентов, никто не скажет. Да, у тебя дохуя агра. Отбегите, отбегите, милики, хек закинется сейчас, кто не убежит. Ну, чем можете курить, да? Все равно. Ну, у тебя 6,6 миллионов. Срыв на 8,6. Трое по агру, 4,8. А, я пошел. Иди, иди. Там уже Коля, думаю, придет, если что. Сразу видно настоящие профессионалы. А ты кашки там что? Поставил первые 5 минут боя. И уже игра в огонь. Можно как Гомеру поставить на ЛП эту птичку, если я пошел. Да? Палка. По-любому. Нормально Андрухи на танк пойдет. Ну, как обычно, 5 КД подряд, то палка падает. Ну, палка хорошая. Попадает. Да. X-Rig с босса что-то надо? Кому вообще с босса что-то надо? FDK, Женек. Да там мне только токен надо. У него драка всегда. Ну, за токены, да, драка будет. Поэтому у тебя есть 16 тысяч. 16 тысяч. Я тогда посижу, потому что... Да, заменю. Жень, конечно, заменю. У меня есть приоритет, если там... Все, будто тестер туда зайдет. Так, пробегаем, пробегаем, побежали. Дожди. Сань, надо сдать квест на Малика, но взять на Гроли. А, сейчас поменяем тебе тоже место. Нет, это я вам говорю. Да, не забудьте на груля взять квест. Да, да, вроде. А чё за квест? Так вы что? О чём вообще рассказываете? На КРХМ. А где брать? Понял. Ну, после этого... Где молч? Молч. Молч гер, потом там гнев гер. А не в смысле как на X2 сделали, что ли? Ну да. А что дают? А, на погибель урну потом. Геровскую. А, охоту шарните, пожалуйста. На меня мог бы даже не сагрить. Сука. Ресница. Инвиз не успел на полсекунды. На полфишечки. Думал, 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 побежал. Так, МОБ Будревен здесь. Какой квест брать? Да это квест берется в за гаража на молча ХМ сначала. Ты не возьмешь этот квест, потому что надо молча убить ХМ. Мы уже убиваем. Сумните всех, Джанка, Сацуны, вот этих людей. Все маги прыгайте во Фроста. Работает через петов, только демона уберите и червей уберите. Червей только у меня. Убери. Ты опять что ли сделал? Не, их нигде. Так я в танке, я буду сзади стоять, закрывать руки. Ну окей. Так, так и будет. Так и сделаем. Сумоньте всех. И там Дживса поставите, починиться. Трэш не надо чистить. Совы там со страфолами своими аккуратно. Руки не бегайте дальние закрывать, именно совы.
маги во все во фроста спекаемся. У меня нету. Плохо. Ну ладно, бей в этом. А почему во фроста? Из-за ману регенить. А я думал из-за лемчика. Короче, Т4 на самом деле круче, ДПСа больше, по крайней мере, идет. На элема. Идите, скидывайте петов все локи, маги. Так, сколько у нас там? Локсар не считаем. Так, это получается джанг, Марсес, топ-хайп 3. А вот и Саша просто вас петов пофиксить. Подожди, 5, 6, Враска, Коля, 7, Иксфрик, 8. Джипси на Йоме надо что-то с босса? Давай на замену джипси, быстрее, чтобы убили, хочется закончить сегодня, что-то задолбался. FDK, тебе квест нужен, да? Нужен. Так, один человек на замену. Изморский надо с босса что-то? Нет, пусть Изморский подъёт. Пусть идёт, FDK возьмём, надо квест сделать. Эмобой тут? Сейчас смоньте ДК, Иксфрика, Джан. Так, еще раз считаем. Иксфрик 1, Джанг 2, Марсес 3, Топхайп 4, Дексион 5, я 6, Враска 7, Коля 8. ФДК и Вакати под лицом тусят. Да, в вас я уверен. Поставьте Дживса. КД. Шрик, у меня почему-то твой прислужник показывается вместо тебя. Можно через Шрика засмонить? Не тупите только. FDK, принимай сум. У меня, вот это здесь. Андрей, тут-то? Вот ушел он. Вот. На минутку сказал. Да, на минутку. У него минутка, вот как всегда. Не, он не говорил на минутку, он чай напить. Он... Это просто часовые пояса разные, его время еще не дошло до нашего. Дядя Стэн, ты в ДД прыгай, а пока упа закрывает вместе. Хотя, бегайте троем, закрывайте да еще. Дядя Стэн, апокалипсис и Никола. Мощные. У меня рыба 5 минут осталось, надо успевать. Да я сейчас нажму, ну видишь, фоловый. Саня, а кровавую точку кидают только фурики и коты, да? Больше никто не кидает? Ханты петом кидают некоторым, там, типа кошки. Что там еще? Да, рамсы кидают кровотечку. Еще. Роги. Роги... Роги не играют через кровотечку. Да, и медведь. Роги не играют через кровотечку. Через рапчу только в Т5 играется. Просто так понятно с котом было, блядь, пиздец. Вообще не паришься. Так кот есть и так. Нет, ты же отправил кота. Когда есть, а, не лежишь. А, все, отлично. Андрюха, блядь. Ёбана. Андрюха много раз говорил, не ждите меня. Бля, ну ему проходка нужна, понимаешь? Ему как раз груль остался. Так он же вроде не заменил бы. Он так, вреден, есть одна секундочка буквально. Одна секундочка, да. Раз еще, в принципе. Вот тебе одна секундочка. Нет, заходи. Повидимо, сучонок. Сервак упал, давай.
Короче, Андрюха, ты руки закрываешь. Смотри, там мы трэш не били. Слишком глубоко не забегай, аккуратно. Давай вот эта зона, которая по трэшам, там АПК позакрываем. Да я позакрываю сзади. Ну, ты будешь слева тогда закрывать приоритетом и под боссом, Андрюха. А дядя Стэн сзади. Короче, две минуты пока загрузит. Давай. Последняя рыба как раз осталась. А, я шмот не разъепешил, ёбан. Ну, что там пишут, ЛК Гер открыли, что ли, или что? Блять, кому вы верите, а? Да бол, да, он. В ЛФГ, что ли, пишет? Блять, в этом, в рейде. Ага. Из-за я кусок открыли. Спасибо. Ой, блядь. Пожрать дадут что-нибудь? Сейчас дам, подожди, пусть попить, зайдет. Попить. Диксионов, ФДК забирай 5к. Я ему отдал, случайно. Чего? Диксионов, не раздевай моих пацанов, блядь. В смысле, я не так давно подкормил на полтинник? На 50 тысяч. Да, все, что выиграл, блядь, то я отдал. За рыбу. Нихера себе ты мощный. Так, я МКшку закину до Ксионе. А, у нее есть уже. У него есть еще не уже. За Джанку закину. Сейчас Андрей еще, у него там прогружается 100 лет. Покал, yeah. Короче, зови своего друга, ёбаный. Камер какой-то явно, да. И будем... Все будем тестить на жуках его сходу просто. Так, все петов поставили. Напоминаю, два лока. Ставят все три мага. Враска и Иксрик туда. Андрюха, ну что там, прогрузился? Мать вы их поставили, конечно. Не, поставьте прям нормально. Не, он... это пиздец. Декашник. Да не, поставили они нормально, я просто выделить беса не могу. Андрюха, ну шо там? Андрюха в процессе. О, е. Дебаф дайте. Он просто с кривого заводит компсу. Андрей, ты если что, руки закрываешь. Кушайте рыбу. Отойдите с рыбы. Отойдите, отойдите. Мальчики, девочки. Все, ФДК, все сели дихавать. Андрюха, ты приоритетом. Приоритетом руки слева закрываешь. Смотри, мы трэш не убивали сзади, если что. Поэтому, если будет надо сзади закрывать, смотри, не загри трэш. Тут же бегать не надо уже, там под лицо. В Акате нужно будет и в Акате, и в Дикее. Бью и танчи, да? Да. А пристабаф нажмите, пожалуйста. СС распределяли? А, смысл тут их распределять, тут особый смысл СС скинуть. Все, Коля готов? Да. Дайте только поставить ему. Не врывайтесь с вами. Чекаем. 10 как раз, отлично.
Спал. Я готов. Вакати, замени не лежь быстрее пока. Маша, дай БР по Вакати. Под лицо. Спал. 28. Забеги еще кто-нибудь. Давай бета-тестер, Бетик, и Вакати. Четвером бегаете. Что-то хуйня какая-то с этим. Руки не закрыны. Я забежал. Руки закрывайте. Этот, Андрей, после того, как закроешь руки, дашь БР покусял, покусял по мистер Бонду. Рибаф. Коля, когда будут нужны сейвы, скажешь. Мистер Бонд забежал? Да. Ну, я сзади. Ты сзади, да. Один кто-то лишний, но похуй, пусть будет лучше лишний. Я под боссом. Ты под боссом, Саш, стоишь? Ну да. Сейчас этот выбежит. Не лежь. Не лежь, давай ты под босса, вместо Суны, забегай быстрее. И тоже бегаешь, так как раньше. Все, выбегай, Саня. Что? Разворачивай. Блять, вместо Бетика кто-нибудь забегите. Давай, мистер Бон. Я встану. Вставай. Рибаф и хил. Мне оставаться? Да, оставайся. А мистер Бонду оставаться? Дайте зубы. Зубы по Коле. Оставайся и ты, мистер Бонд, какая-то хуйня, блядь. А после этого удара сразу аски будут. Так, Кусяо Инер по Сацуне. А, Дау по Сацуне. Так, не лежь, как сможешь, после ошеломляю еще закинешь по Сацуне. Закройте у меня дебаф, кто рядом стоит. Русы, блин. А, моего пета склеил. Петов убивает сейчас, поэтому. Моего, по крайней мере, убило. Так. Андрей, после того, как руки закроешь, именно по Полинору зальешь. Полинору. Могу первым нажать попавший. Не надо, сейчас. Хотя давай. Откатится у нас еще. Руки закрывайте. Коля, сейф есть, если что? Да. Ой, больно будет прошибать. Я щиты повешу на бета-тестера. Попробую сейвить. Не, все, нормально. Маска там будет, по идее. Через... Закрыли руки. ШВ, если что есть. Отдашь под этот, под адский. После... Давай, маска. Разворачивай, отдашь. И сразу ошеломляющий идет. Хорошо, ой, блядь, 26 стаков нас схватило. До печки еще 10 секунд сейва нужен. Саня, там щиты на него подвешивай на коле. Можешь ждать соло сокру. Отдавай, если есть. Отдайте сейв по Юи. Успеет спасти. Отскинь до сразу.
поле будет сейф? Да, да. После печки сразу будет адский. Приготовьтесь, курацкий будет. Отразвернулись. Что, зубы есть? Угу. Должны быть. Да, давай зубы давай. После печки будет сразу адский. Адский, что будет? После ошеломляющего. Тут вначале в рейд. Потом сразу же убегаем. Убежали? Так. Под лицо еще один кто-нибудь зайдите, милик один. Не лежь, давай. Гимн на ХП. Ой. Так, Иннер по Полинору нужен. Не лежь после ошеломляющего, закинешь Иннер. 100. Полинор. У меня пета нету моего под боссом. Забегите еще, значит, кто-нибудь. Я сейчас забегу. Да давай я забегу. Руки закрываем. Марсес, и ты забеги. Руки закрываем. Вдвоем упали на руках. Руки закрываем, там кастеры. Сейчас не тупим. Смотри, сова только не закрывая и дальние руки. Локи, не втыкайте ничего. Дал щит по себе. Коля, будет сейв? Да. После следующей печки будет сразу адский. Так, дебаф от печки пройдет. Андрей, как сможешь, после рук забернишь дядю Стэн. Да, да, я из Машева могу дать. 2 минуты, да. 100. Убежали. Адский. Зашли обратно под лесом. Адский. Опять адский. Да, руки блять, ну руки закрывайте, ну что вы втыкаете, как додики, ну ёбана, ну. Я забежал под лицо, потому что не мог руки закрывать. Пиздец, на 2%, блядь. Пизда, ну вы, блядь, угораете, ну хули вы стоите, как дебилы, и стреляете, блядь. Ну сказал же, Локи, закрывайте их, маги, блин. Отбежали с центра. Да смысл за петами этим сидеть? Короче, под лицо, блин. Сейчас пойдут. Пизду этих петов. У кого петы не уложили? Короче, они у всех сдохли. Короче, под лицо FDK, Мистер Бонд, Нелеш, Вакати, Бета-тестер, X-Freak. Все их роняют, он чаще адский этот залетает. Не, у Ханта пет просто живет. Он убивает пет, то он, видишь, и потом хуйня такая происходит. Адские пока. Короче, да. Потом... все тихо. Марсес тоже под лицо. Еще один человек под лицо. Давай топ-хайп. Вот. Мистер Ранка. Все, первая-вторая пати бегает под лицо. Все, а у меня рыбы больше нет. Да меня Марсес не достал. Бета вставить вообще нет? Нет. Нет. Уберите петов сейчас все оттуда. Дайте стол тогда мага. Сейчас рыбу кто-нибудь поставить. Есть у кого одна рыба? Любая. Каличная, бомжатская, да. Есть. Ставь бомжатскую.
Был бы не демон, были бы вы нормальные, закрыли бы руки, было бы все нормально. Так стоите, втыкаете, блин. Ну там прям у левой ноги. В мелизоне, люди... по-моему, не закрыли, оттуда волна. Да, в мелизоне левая нога, прям у левой ноги, короче, руки были. Сейчас такой какой-нибудь Сань нас с магом сейвит. Пристабав дайте. What top hype? Смотри, тебе придется убегать будет, когда адский удар, нужно будет убегать в правую сторону за всеми. Вон я на языке поставлю квадратик. За квадратик. Первые две пати под лицом. Да. Три мага. А, дайте, пожалуйста, шаманам, хилам, квест. А как же я? У вас вар есть. Дайте. Укрепит на ап. Ну пока. Все. Не бейте пока. Не поставит. За квадратиком встань пока. Еще 17. А руки дальние. Слушай, дальние. Потому что не руки, а потому что вызывали всякого говна. Не вызывайте тут говно. Коля, есть прожаться? Не вызывайте всяких горгулей и так далее. Без них бьете. Маги тоже не вызывайте. Потом два пета от этого бета-тестера еще. Я сейчас магов сложит. Все сейчас нормально будет. 11, хорошо. Там еще какой-то... А, пет, наверное, от анхолика еще живой. РСС тоже не вызывай пета и... И как он сдох? Маша, есть бета? Алло, блядь, ну закрывайте вы ебучие руки, ну просто пиздец. Андрей, ты бегаешь мелизонной левая часть. Тогда. Адский будет скоро. Приготовьтесь. Шотного. Ай, блядь. Ну нахера вы жмете это свое говно под лицом? Позиции. Ну что, блять, вы делаете? Прессайте всех. Ну, блять, мне уже на работу надо бежать. Все. Грейл кто-нибудь другой. Короче, сейчас разъебаешь шмотки. Андрей поверил. Петя, заходи вместо меня, будешь бегать, руки закрывать. Короче. Дай мне уже пора. Давай один драйв сделаем. Убиваем же до 4. Дай помочь. Дай помощника. Ну мне на работу, я уже никак не могу. Дай помощника, Андрюха. Не стойте вы, блядь, не втыкайте эти руки, блин. Вы чё, угораете, что ли? Не убейте лучше. Хватает всего. Закройте руки. Бросит же мало. Он Гомур, Джанг, Ваксар, Кусяо. Враска. 5 хилов. Ресните меня. Палку епешим.
Надо, Андрей, тебе палку. 10 ТП. Да, давай. Раз, два, три, кидай мне. Тебе в миллизоне вместо меня. Окей. Мне интересно. А, меня кликнуло нахуй с сервера вообще. Кинешь обмен, я быстро сейчас подожду. Дальше. Пояс. Тоже десятка. На мейнов вроде. Джанг 10 раз, 2, 3, кинешь у меня. Так. Голова. Раз, два, три. Никому не надо. Печенька. Все. Блять, что печенька потерялась где-то. А вот она. 5к скибиди. Раз, 5,5 джан. 9,8 скибиди. 10. Не переставляйте быстрее. 10,1 тогда джан. Раз, 2, 3. Кидай мне. Андрей, ну что ты там? Кинь Сане обмену, дашь ему палку. Может быть, ему еще голова надо. Если голова нужна, пусть там сам. Разберешься там. Все, мне уже надо бежать. Алло, слышно? О, кто там рыбу опять заблокировал? Да, слышно. Смыть. А что, Саня ушел уже? Ну да. Че, мы один пул еще, да, или что? Пока не убьем. Не меня спать рубит что-то уже. Я до 4 тут сижу и все. На замену уходить надо, короче, а кто... Есть кто там замены еще? Не знаю. Ок. Вон там на замене, смотри, сколько людей сидит. По-любому кто-то ход должен встать. Женек, пойди место покала. Да, нет, молчи. На замену только можно если покинуть рейд, мне кажется, уже. Последний пуш. Блять, уже звонят, надо бежать, блять. Там вы пока раздупитесь, кто пойдет в рейд, и трай не успею с вами сделать. Кто там командир, блядь? Ну разрули. Короче, два, я не знаю, два и трое, типа, хули, блядь. Ну, сейчас искать замены, хуенно. Есть у кого рыба стоит, короче, хавать, я не знаю, типа, ну...
Вы же все уже шарите, бегаете, что как, куда. Или надо, блядь, все озвучивать. А что искать-то? У тебя люди на замене сидят, они должны по первым требованиям заходить и все. Нет, люди хотят они хотят пойти на замену, а не выйти с рейда, понимаешь? Так нахуй кикните вы к хуям собачьим, блядь. Ой, блядь, нахуй ты запустил. Вот-вот-вот, и мне уже пора. Кто? Короче, кто уходит? Ну, сразу скажите, кто уходит, чтобы, блядь, понимать. Кто, блядь, на верочку уходит, чтобы... Сацун, у вас тай до 4 часов, как, в принципе, РТ у нас и длится. Чат. Ну, я последний трай тоже. Ну, два один трай, да и все. Ну, там нет, что там, давай РЧ там. Сколько сейчас человек под рожей? Ну, первые две пати под рожей. Это убери, X-Fig, нахуй, Смотрите, мать, не прожимайте, ничего вообще, блядь, поняли? Просто, блядь, бьете. Ни питомцев нихуя не вызываете. Сожгли нахуй своего пэта, блядь, X-Fig. Не хватает? Кто-то не подрос? Закрывай. Здесь человек. Первая и вторая пати должны быть под мордой. Если уже там уже поставили. Или там ДК стоял, я не знаю. Топ-хайп мертвый. Помните, кто-то его? БР дал. Там же Сью еще там. Ну тоже, да? Короче, не заходи под морду. Станьте вместо него. Кто там стал, короче, стойте. Кто-то из слад. Сбафайте сразу ему ребаф дайте. Дальние руки закройте. В мелизоне руки закройте. Сейчас Аски будет после ошеломления вот этого. Дал Т4. Закрой руки. Дальний, закрой руки. Хорошо. Ебать, там хп не плотно. Петя, кричи на хп, когда? Руки закройте, центр и дальний. Смотрите, потом в САУ замените там мелизоне с левой стороны. Ну, короче, если что, она там уже сразу, кстати, словила, она постоянно ловит. А под этот каст зуба дашь? Сзади два рука. Закрываю. Не закрыл. Один в мелизоне нужен. Блять. Я встану. Кто не закрыл? Короче, это... да... БР. А, за пять людей. Да, там уже все. Ну, двух магов ставить такое, если найдешь, что все мелики... Ну, желательно мелики. Да я, ну, типа, вот это просто... Я был пол типа, в моменте, все, я не знаю, типа, я не ставил дамаг. Я просто уже просто по этому. Первая, вторая пати сказал, все, потому что он там что-то встанет. С тобой обсуждали, кого считывать, первая, вторая пати. Вот, исходя из этой информации, сказал первая пати, вторая пути это подъебало. Кстати, кто руки кожаные сролил и шапку? Мне Саня отдал, я не знаю, к выходу. РПБ крит. Все. Всем спасибо, все на выход. Надо, короче, тут платы подделали, я не знаю. Что там шаман делает, короче, шаман делает, я не знаю.